вот стоит пример того, что можно заниматься спортом в любое время. Я врач-стоматолог. Ложусь. Этого парня зовут Илья Щеглов. И он действительно врач-стоматолог. И при этом является профессиональным бойцом ММА с весьма зрелищным стилем ведения боя. Как бы оправдывая свою профессию и боевое прозвище «дантист», Илья в каждом своем поединке старался проверить на прочность челюсть оппонента, что зачастую приводило к нокаутам. Сегодня мы с вами посмотрим его поединок на турнире Гран-при городов воинской славы, который традиционно уже много лет проводится под эгидой Союза ММА России на день города Колпино. Илья уверенно добрался до финала, где встретился с Робертом Брциевым, который хоть и имел мощную базу в вольной борьбе, и сам был не прочь вступить в обмен ударами, так как в то время тренировался в клубе Александр Невский у Эдуарда Широбокова, вырастившего немало будущих чемпионов М1 и ACB. Итак, двухраундовый бой в полутяжелом весе. Спортсмен в синем углу. 93 килограмма ровно, рост 193 сантиметра. Представляет клуб «Сибирский Витязь». Мастер спорта по ММА, кандидат мастера спорта по рукопашному бою, кандидат мастера спорта по боксу. Приветствуйте, Илья Щеглов! Кипера! Спортсмен в красном углу ринга, победитель призер престижный турнир по смешанному боевому единоборству Северокавказского федерального округа, представляет город Владикавказ. Приветствуйте, Роберт Брциев! Рефер в ринге Виктор Корнеев. Бойцы на середину. Парни, слушай внимательно, это финал, работаем 2 раунда по 5 минут. Еще раз напоминаю, головой бить нельзя. По затылку, позвоночнику бить нельзя. Локтем можно бить только в корпус по ногам. В партере коленом и ногой работаем только по корпусу. Канаты, шорты, перчатки, сетку не хватаем. Слушай меня на протяжении всего боя. Пожали руки. Thank you.
Поединок длился 2 минуты 30 секунд. Техническим нокаутом победу одержал спортсмен из города Кемерово! Илья Щеглов! Кемерово! Для награждения спортсменов в ринг приглашается советник губернатора Санкт-Петербурга Вагиф Имамович Мамишев, Роберт Бурциев, Владикавказ. За первое место гран-при городов Воинская слава в полутяжелом весе 2015 года награждается Илья Щеглов! Кемерово! Спасибо огромное. Во-первых, я приветствую здесь Федор. Для нас очень важно во всем мире то, что радуемся. Вот я видел здесь также организатора турнира Виктор. Здесь спасибо огромное. Я думаю, что в самом деле правильно говорят, что для наших молодежи всегда очень нужно для того, чтобы мы могли гордиться с Россией. Мы живем здесь. Куда бы ни поехали, всегда мы говорим, есть у нас Федор. Знаете, это дорогого стоит. Я хочу, чтобы в лице вот вас и всех спортсменов, то, что сегодня показывает те бои, то силы, то красоту для народа, не для того, чтобы где-то в улицах подраться, показывать кому-то морду бить. Сегодня это все женщины, дети смотрят, радуются. И я хочу, чтобы пускай развивается. Спасибо огромное, с праздником, это дорогого стоит. Побольше таких праздников. Спасибо. Спасибо. Благодарим вас, Вагиф Иванович, за поддержку культуры и спорта в Санкт-Петербурге. Спасибо, Вагиф Мамишев! Ну что, Илья, хочу, чтобы мы поприветствовали сибиряка. Он здесь вместе с нами. Друзья, восходящая звезда российского микс-файта. Я вам говорю точно. Илья, с очередной победой. Что скажешь? Хочу обратиться к молодым ребятам. Занимайтесь спортом. И да, отговорка, что у вас нет времени, учеба, работа. Это все... Неправда. Вот стоит пример того, что можно заниматься спортом в любое время. Я врач-стоматолог. Ложусь. Чтобы попасть сюда и победить сильнейших, всего-то нужно отказаться от телевизора, спать на 2 часа пораньше лечь, проснуться на 2 часа пораньше на первую тренировку и вместо пива с друзьями пойти на вторую. Все, вы будете побеждать сильнейших, вы не будете прожигать свою жизнь. Всем удачи, занимайтесь спортом. Илья, мы не спрашиваем, как ты проводишь анестезию. Илья Щеглов, Кемерово!